Сразу 5 автомобилей сгорело на территории одного из либерецких гаражно-строительных кооперативов. Сотрудникам полиции удалось задержать виновника инцидента по горячим следам. Подробности далее. Сообщение о поджоге поступило в дежурную часть межмуниципального управления МВД России Люберецкое. Записи камер видеонаблюдения помогли сотрудникам патрульно-постовой службы установить и задержать злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец Ярославля. Выяснилось, что накануне у молодого человека произошел конфликт с владельцами двух иномарок, которые парковались на территории автостоянки. Чтобы отомстить обидчикам, мужчина поджег их автомобили, но пострадавшими оказались не только участники ссоры. На месте происшествия сгорело 5 машин. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ.